Всем привет! Вы на канале CryptoBull, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как 7+. В прошлой части мы более-менее познакомились, что собой представляет данный токен, о каких стадиях, ступенях продажи. Сегодня поговорим о таких преимуществах как для бизнеса, так и для личного использования. Преимущество для бизнеса – это отслеживаемость готовой к износу топовой фирменной спортивной одежды, нижнего белья и медицинского текстиля с помощью технологии блокчейн. Также это творческий дизайн и инновационные медицинского текстиля, спортивной одежды и нижнего белья под собственным брендом 7+. Это приведет к новых клиентов, к разнообразным каналам с высоким доходом. В 2025 году цель компании состоится в том, чтобы производить все ткани с помощью безливая технологии, уменьшая углеродистый след и принять политику нулевого отхода. Преимущество для клиентов – это быть частью компании сообщества и вернуть к окружающей среде, помогая уменьшить углероды и нулевые отходы в результате сокращения углеродного следа для будущих поколений. Также это будет возможно путем внедрения и использования 7+ с медицинским нижним бельем и спортивной одеждой по всему миру. И это простые и удобные платежи могут быть сделаны с 7+, которые будут полностью прозрачны на цепочке поставок, точки с рекламными кампаниями, такими как скидка и членство награды. Какое видение и сама миссия данной компании? Умный текстиль имеет силу, стиль и отличный дизайн. Компания всегда играет честно и одержима инновациями и продуктами, которые обеспечивают соотношение цены и качества. Честность и прагматизм составляют основу для дружественного предпринимательского азиатского бизнеса с глобальным присутствием и глубиной опыта. Миссия компании – это быть самой надежной текстильной компанией, привлечение новых инноваций, производительности, доставки в срок высоких стандартов качества, конкурентоспособности цен и использования технологии блокчейн, чтобы быть более прозрачным и надежным. На сайте компании можно найти членов команды, поближе познакомиться, кто президент компании, вице-президент, перейти на сайт LinkedIn и более подробно ознакомиться с опытом работы, кто чем занимался, где работал. Также можно найти советников и более подробно ознакомиться с компанией, с членами компании. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Там все самое интересное. Разные дропы, ивенты. Вам будет интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.